наш петербургский футурист, назову его так, а вообще, конечно, очень выдающийся ученый, системотехник Сергей Борисович Переселин, он рассматривает очень подробно вопрос образа будущего, в том числе и образа будущего в плане перехода к экономике нового типа. И он, как и многие, пришел к выводу, что очень многие отрасли экономики в самое ближайшее будущее, приблизительно в течение лет 10, они попросту отомрут. И появится на рынке труда огромное количество людей, безработных, просто в силу того, что их профессия как таковая исчезнет. И нужно отметить, что на сегодняшний момент, скажем, даже можно сразу сказать, какие отрасли экономики находятся в рисковой зоне. Сейчас на Западе активным образом ведутся работы по биотехнологии, в частности по клонированию. Клонирование живых материалов, мышечной ткани, в конечном итоге, в течение ближайших лет 10, как предполагается во всяком случае, может привести к тому, что клонировать будут не только органы людей для медицинских целей, но подойдут вплотную к вопросу о клонировании животного белка, животных волокон. И фактически это будет означать, что огромная отрасль сельского хозяйства, производства мясной продукции, она как таковая может начать отмирать. И вы можете себе представить, что произойдет с рынком труда, на котором не будут требоваться люди, специализирующиеся в этой отрасли. То есть это десятки миллионов человек по всей земле. И стоит отметить, что это наше будущее, это ближайшее будущее. То есть к 30-му году, во всяком случае, предполагается, что подобного рода опыты перейдут уже в промышленность. Очень многие вещи, сегодняшняя экономика, она развивается в таком направлении, в котором значительная часть людей может остаться без работы. И поэтому, что с этим делать, не совсем понятно.